I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Кенич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня... Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Кенич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня... Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Кенич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня... Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Кенич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня... Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Кенич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня... Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Кенич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня... Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Кенич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня... Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Кенич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня... Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Кенич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня... Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Кенич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня... Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Кенич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня... Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Кенич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня... Итак, игроки Барселоны разыграли мяч, игра началась. Не сомневаясь, это будет замечательный футбол. Артуро Видаль. Коутиньо. Альба. Филиппе Коутиньо. Жорди Альба. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Мяч у Жорди Альбы на фланге. Есть куда двигаться. Смещается в центральную зону. Видаль! Все спокойно. Мяч прямо к вратарю летит. И под